Ни грамма жира, только мышцы и четкий рельеф. Перед выходом на сцену атлеты активно разминаются, чтобы представить свое тело в лучшем виде. Увеличивая тебя в объемах, грубо говоря, делается прямо перед сценой, чтобы выглядеть более эстетично. Но пока одни тренируются, другие релаксируют. Точнее, спокойно лежат, чтобы успокоить мышцы. А сейчас на Алёша. Гриме стояли 2 часа. У нас спины устали, хочется полежать. К слову о гриме. Это важная составляющая. Он нужен для подчеркивания рельефа мышц. Сейчас уже вряд ли что-то можно испортить. Но улучшить, да, улучшить правильно нанесенным гримом, приведение себя в такое спокойное состояние ума и благодаря этому показать максимальный результат позирования на сцене. Больше 100 атлетов из разных уголков Сибири представлены в 19 номинациях. 2 из них женские, они новые. Это wellness, упор на большие и накачанные ноги и так называемый artistic fitness с элементами акробатики и обязательно в ярких костюмах. Клеопатра – это особенная женщина, которая смогла покорить тысячи сердец, остаться уникальной со своим стилем. Именно этот стиль хочу я принести всем и показать, какая она была уникальная в своем танце. Чем будете удивлять зрителей? Артистизмом. На главном центральном месте пьедестала чаще всего алтайские атлеты. И среди них как раз немало женщин. Рядом из Кемерово и Новосибирска. Победителей ждет чемпионат России. Он пройдет в апреле в Челябинске. Там конкуренция мышц будет еще мощнее. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.